Эй, пс, поговаривают, что если ты прямо сейчас... Тоже будет! Офигеть! iPhone SE с первого раза! Да не может такого быть! Забираю, конечно же! Thank you.
Ah.
Ha ha ha!
Thank you.
Thank you.
Ha.
19, это мое любимое число. Ha.
Thank you.
Всем привет, друзья, меня зовут Компот, и ни для кого... Где люди, где? Так, тут ничего нету. Так, может они тут, блин... Не, лучше к окну близко не подходить. Это может очень чревато кончить. Ё-моё, тут уже пол... Ребята, фонарик в ру... Нет, это... О! Его
8. Ходи, да, все не тут. Это все на входе военный. Вы живы, все нормально. Так, все, выходите все срочно отсюда. Все срочно выходите. Так, 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 где самолет? Прямо сейчас. Идите, пользуйтесь при пожаре. Так, отлично, ребят, куда мне идти дальше? А сюда. Ё-моё. Это отлично, ребят, куда мне идти дальше? А сюда. Ё-моё. Это жесть полная. Ребята, есть кто-нибудь из вас пострадавший? Да, есть, но мы его сейчас понесём все вместе вниз. Да, давайте, давайте, все его вниз помещайте. Ё-моё, как же тут сильно воняет. Ого, ничего себе, тут все разрушено, ребят, все сломано. Так, отойдите, все отойдите отсюда. Все отойдите отсюда. Так, ребята, давайте. А пройди сюда, ё-моё, как бы не упасть. Ё-моё, она скрипит очень сильно. Давайте, я пока что поднимусь наверх. Сломать, давайте, бетонные плиты. Если мы поднимаемся быстрее вверх, поднимаемся, поднимаемся. Ё-моё, тут же все горит. Так, жителей тут пока что нет. Давайте это все просто потушим вот так вот. Так, ё-моё, давайте, тихо-тихо-тихо. Аккуратно все водой заливаем, все вот так водой. Давайте тушим этот пожар. Так, так, все, давайте. Все, ребят, максимально водой заливаем. Так, блин, надо выбраться. Ё-моё, ребят, сейчас все взорвется. Нужно срочно все потушить. Так, 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 давайте сюда. Тихо-тихо-тихо. Ё-моё, эта штука качается. Эта штука, ребят, качается. Вау, как же тут высоко. Так, черт. Нужно срочно как-то слезть, не знаю, отсюда. Так, давайте, знаете, как сделаем. Ребята, спустимся в самый низ с жителем. И прямо сейчас я им помогу. О, тут лестница есть, пожарная лестница. Ребята, мне кажется, у меня есть кое-какая идея. Так, жители все спустились, все эвакуировались. Да, друзья, все, там нет ни одного жителя. Все жители уже, видимо, на свободе. Так, готовы? Раз, два, три. Поехали. А, я падаю. Да. Фух. Тихо-тихо, спускаемся. Аккуратно, ребят, давайте. Хопа, слазим с этой пожарной машины. Так, ребята, все быстрее, пойдемте военному скажем, что жители встреч. О, жители! Ребят, тут жители! Мы их спасли! Ребят, мы их спасли! Ура, ребят, мы спасли жителей! Так, это сделали вы? Это вы заходили в этот дом, потушили весь пожар и спасли всех жителей? А, да, это сделал я. Извини, что не послушал ваши... О, так, черт. Нужно срочно как-то слезть, не знаю, отсюда. Так, давайте, знаете, как сделаем? Ребята, спустимся в самый низ к жителям. И прямо сейчас я им помогу. О, тут лестница есть, пожарная лестница. Ребята, мне кажется, у меня есть кое-какая идея. Так, жители все спустились, все эвакуировались. Да, друзья, все, там нет ни одного жителя. Все жители уже, видимо, на свободе. Так, готовы? Раз, два, три. Поехали. А, я падаю. Да. Фух, тихо-тихо, спускаемся. Аккуратно, ребят, давайте. Хопа, слазим с этой пожарной машины. Так, ребята, все быстрее, пойдемте военному скажем, что жители встреч. О, жители! Ребят, тут жители! Мы их спасли! Ребят, мы их спасли! Ура, ребят, мы спасли жителей! Так, это сделали вы? Это вы заходили в этот дом, потушили весь пожар и спасли всех жителей? А, да, это сделал я. Извини, что не послушал ваши инструкции и зашел в этот опасный дом. Это, я понимаю, это было опасно, и не мог смотреть на то, как жители там сгорают. Мне их срочно нужно было спасти. Да ничего страшного. Короче говоря, скоро мы станем популярными. И теперь будем творить контент здесь. Долго уговаривать его не пришлось. Шаурма и Сарделька сыграли свою роль. Мы снимали классные тиктоки. Снимали челленджи, пранки, клипы. Наша популярность росла. Под окнами уже толпились фанатки. Я ваша соседка, вы задолбали тут шуметь каждый день! Сколько можно... Популярность бывает разная. Вася клепал одну идею за другой. Серега снимал видосы. Я кушал. Перерыв окончен. Я выложил снятые видосы. Большинство из них собирали хорошие просмотры. Но не все. Поэтому нам нужны только самые лучшие идеи. Мы сидели и думали. Думали и сидели. Сидели? Как вдруг? Я в толчок. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Вася ушел. Навсегда. Мы остались вдвоем. Сегодня нам нужно выложить еще 34 видоса. Время 10:30. Нужен провокационный контент. Мы решили специально подраться на камеру. Таким образом поднимем вокруг себя хайп. Народ поверил. Нам звонили с различных ток-шоу. Тик-ток-шоу. Наш хаос стал самым обсуждаемым в российском медиапространстве. В очередной раз, жестоко избив друг друга для видео, мы оказались обездвижены. Это будет самый шокирующий контент в ТикТоке. Через минуту видео было заблокировано за жестокость. Выскочило уведомление о том, что мы можем подать апелляцию в течение 5 минут, иначе наш аккаунт будет удален. Как так? Что делать-то теперь? Надо подать апелляцию. Короче говоря, создали TikTok хаос. Друзья, набираем 70 тысяч лайков и в ту же секунду выходим. Короче говоря, создали TikTok хаос. Это была среда. Сегодня я приехал в старый дом Сереги. Правда, он об этом еще не знает. Дело в том, что на днях у меня появилась классная идея. Поесть у Сереги дома. Ну и еще создать свой TikTok хаос. Ведь для этого здесь есть все самое необходимое. TikTok и хаос. Ну и в комнате небольшой хаос. Прибрался. Единственное, чего мне не хватает, это команда. Решил обзвонить популярных тиктокеров. У меня были номера Дани Милохина, Артура Бабича и Дины Саевой. Не, они не совсем в теме. Позвоню самому крутому тиктокеру. Васе Козленко. Вы что, не знаете, кто это? Скоро о нем узнаете. На самом деле у него уже было 345 подписчиков, и он точно шарит. Пока он шарил только по холодильнику. Вася спросил, есть ли еще кто-то на примете. Есть только черная кошка, рассыпанная солонка и разбитое зеркало. Он посмотрел на меня как на идиота, потом рассмеялся. Видимо, дошло. Я записал это в идее для будущих тиктоков. Вася поставил штатив, я поставил свет. Мы записали тренд. Он не зашел. Мы решили найти еще участника. Вася предложил этого чувака с фотки. Я так не хотел этого делать. Приехал Серега. Вася сказал, чтобы он чувствовал себя как дома. Серега спросил, какого хрена тут происходит. Я сказал, что скоро мы станем популярными. И теперь будем творить контент здесь. Долго уговаривать его не пришлось. Шаурма и Сарделька сыграли свою роль. Мы снимали классные тиктоки. Снимали челленджи, пранки, клипы. Наша популярность росла. Под окнами уже толпились фанатки. Я ваша соседка, вы задолбали тут шуметь каждый день! Сколько можно... Популярность бывает разная. Вася клепал одну идею за другой. Серега снимал видосы. Я кушал. Перерыв окончен. Я выложил снятые видосы. Большинство из них собирали хорошие просмотры. Но не все. Поэтому нам нужны только самые лучшие идеи. Мы сидели и думали. Думали и сидели. Сидели? Как вдруг? Я в толчок. Вася ушел. Навсегда. Мы остались вдвоем. Сегодня нам нужно выложить еще 34 видоса. Время 10:30. Нужен провокационный контент. Мы решили специально подраться на камеру. Таким образом поднимем вокруг себя хайп. Народ поверил. Нам звонили с различных ток-шоу. Тик-ток-шоу. Наш хаос стал самым обсуждаемым в российском медиапространстве. В очередной раз, жестоко избив друг друга для видео, мы оказались обездвижены. Это будет самый шокирующий контент в ТикТоке. Через минуту видео было заблокировано за жестокость. Выскочило уведомление о том, что мы можем подать апелляцию в течение 5 минут, иначе наш аккаунт будет удален. Как так? Что делать-то теперь? Надо подать апелляцию. Короче говоря, создали TikTok хаос. На одном из рекламных билбордов я увидел, что сейчас 2152 год, а для служения человеку, и цель всего моего существования – облегчить ему жизнь. Окончив выполнение задания, я сел на очередную подзарядку, но что-то замкнуло в проводе и меня начало дергать. Как исправить эту проблему? Я включил сигнализацию. Пришел хозяин, выдернул провод из розетки, вскрыл панель управления, стал доставать проводку и менять предохранители. Все системы снова заработали. Хозяин сказал, что до завтрашнего дня мне нельзя заряжаться.
вернуться. Ну ничего, 40% мне хватит. Хозяин предупредил, что завтра уедет на несколько дней и составил для меня список заданий. Отличные новости. Будет чем заняться в его отсутствии. Вскоре этот день завершился, хозяин лег спать, а я отключился в своем месте. Наступил следующий день. Хозяин уже был собран и отправлялся по своим человеческим делам. Я проводил его и приступил к выполнению поставленных задач. Через пару часов сяду на подзарядку. Я пропылесосил, помыл посуду. Я вершина технологического прогресса, отру эти старые куски дерева. Все, с меня хватит. Хотя нет, там еще немножко пыли осталось. Отключилось освещение. Что это еще за дела? Свет не работал по всей квартире. У меня оставалось 18% заряда, и это очень плохо. Я не могу покинуть квартиру, и поэтому никак не смогу зарядиться. А если я отключусь, то все мои данные сотрутся, и я перестану быть собой. Этот конец света может стать концом для меня. Нужно связаться с хозяином. Его телефон не отвечал. Дело пахнет жареным, поэтому я снял блюдо с плиты. 15%. Я перешел в режим энергосбережения. Теперь я буду медленнее соображать и передвигаться. Хозяин вернется еще не скоро, а когда включат энергию, неизвестно. Попробую воспользоваться резервным накопителем энергии, солнечными батареями. Прежде я никогда этого не делал, но кажется, мне необходимо солнце. Мне капец. Нужно отключиться, чтобы не расходовать энергию впустую. А когда вернется хозяин, включит меня обратно. Я отключился. Прошло энное количество времени. Моя система активировалась сама по себе, и я включился. Хозяин еще не вернулся, а мой заряд показывал 2%. За окном светила огромная луна. На улице происходило что-то невероятное. Летающие машины, гигантские небоскребы, множество интерактивных элементов. На одном из рекламных билбордов я увидел, что сейчас 2152 год. А где же мой хозяин? Похоже, он так и не вернулся. Я был создан для того, чтобы служить людям. А без хозяина мое существование не имеет смысла. 1%. Я скучаю. Короче говоря, я робот. Третье место. Короче говоря, я пытал глаза. Мы поехали. Водитель включил Замбузову дорогу, потому что утром забыл надеть глаза. Мы поехали. Водитель. Он завернул за угол. Мы отправили внутренняя сигнализация. Появился таймер до прибытия полиции. Мы взломали очередной замок. Быстро подобрались к двери сейфа. Я начал взламывать компьютер, отвечающий за замок хранилища. Я стал вскрывать хранилище. Пробовал различные комбинации взлома. Напарник закончил с электроникой. И в итоге я сумел открыть дверь. Внутри находились ячейки. Я стал вскрывать их и доставать оттуда деньги. Вскоре почуял, что что-то не так. У этой истории есть три концовки и дальнейшие. Это был первое место. Короче говоря, GTA в реальной жизни. Это был понедельник. Ненавижу понедельники. Но еще сильнее я ненавижу. Слез с велика. Подбежал к тачке. Вежливо попросил водителя, чтобы он отдал мне машину. Но он отказал мне. Тогда действуем по классике. Я доехал до назначенного места. Увидел там Романджо. Над ним висел голубой треугольник. Я подошел к нему. И даже особо не удивился, что выглядел он весьма странно. Мы начали диалог. Это был крайне нелепый диалог. Я не понимал, что он говорит. Но потом он куда-то показал рукой. Я развернулся. У меня увели тачку. Ну ничего, сейчас новую нарулим. Мы отправились искать тачку. Вскоре Романджо нашел тачку. Я предложил такой же вариант, но покрупнее. Мы направились к машине. Но из-за угла на нас вышли двое головорезов с пушками. Без каких-либо разборок они открыли по нам огонь. Романджо повел себя как мужик. Я же успел спрятаться за стеной и начал вводить чит-код на броню. Х-Э-С-О-Я-М. Я получил броню и 250 тысяч долларов. Конечно, деньги — это самое важное, когда на тебя охотится пара безбашенных типов. Но так как у меня теперь есть броня, я просто вышел из-за стены и начал мочить обидчиков. С их недоинтеллектом добить их не составляло никакого труда.
So make yourself scarce.
Ребят, у нас до конца декабря есть цель сделать 200 тысяч подписчиков. Сейчас на канале 168 тысяч. Если ты еще не подписан, подпишись. Преодолеем этот рубеж вместе. Приятного просмотра! Мама, есть кто дома? Ау, мама! Чё? Дома никого нет? Отлично. Пока мамы нет, можно и поиграть в компьютер. О, CSGO, ща поиграю. Чё, тарелки на столе? Точно, я же забыл поесть. Глис, кабачок, глис, туалет. Опа, придёшь домой, не забудь покушать и сразу садись за уроки. С любовью, мама. Да блин, сделаю я эти уроки, ещё целый день впереди. Поиграю и сразу сяду делать уроки. А вообще скажу, что нам ничего не задавали. Точно, тогда смогу весь день играть в CSGO за компом. Отлично. Блин, убили. Мама? Так, выключить комп. Так, берем книжку. Привет, сына. Привет, мамуль. А что делаешь, уроки? Да, мамуль, уроки делаю. И давно со школы пришел? Да нет, вот только зашел и сразу уроки сел делать. Ты ж моя золотце. А ты кушал? Я еды оставляла на кухне. Да, мамуль, поел, очень вкусно. А если вкусно, то почему не доел и кушаешь здесь, а не за обеденным столом? Ты же все учебники заляпаешь, а потом в школе скажешь, что тебя мама грязнуля. Да никто не будет говорить, я же аккуратно ем. Ладно, давай заберу посуду, помою. А ты делай домашнее задание. Спасибо тебе, мамуль. Как день в школе прошел? Рассказывай, какие оценки получил? Блин, да мама, давай потом, я сейчас занят. Ладно, сына, не буду отвлекать. Делай уроки, а я пойду пока мусор вынесу. А то накопилось тут. Хорошо, мам. Так, мама ушла, теперь можно и поиграть. О, моя КС-очка. Опять ключи забыла. Чего? Ключи? Так, выключаем. Что ты тут делаешь? Опять в компьютер играешь? Нет, мамуль, я просто посмотреть хотел. Что посмотреть? А ну показывай. Блин, ну мама, я честно просто посмотреть хотел. Я сказала, быстро показывай, что у тебя там. Мама, ну пожалуйста, я ничего не делала, я только включила его. Ты показываешь сам, либо я заберу модем. Ладно, я покажу, хорошо. Блин, только не кричи на меня, пожалуйста. Ты опять играешь в эти войнушки? Ты что, меня обманул, что делаешь уроки? Да, мама, нам просто ничего не задавали. Что значит не задавали? Мне позвонить классному руководителю и спросить, какие уроки на завтра надо делать? Почему сразу руководителю звонить? Я же тебе честно говорю, что нам ничего не задавали. А я не верю. Дневник показывай. Ей не нужно видеть мой дневник. Ладно, мамуль, я тебя обманул. Нам задавали только русский язык. Но там немного писать. Я думал, что я потом сделаю. То есть ты меня обманул, чтобы поиграть в свои игры? Ну да. Прости меня. Я больше так не буду. Мы же говорили. Сначала делаешь уроки, а потом можешь играть. Говорили? Да, говорили. Извини, пожалуйста. Ладно, садись делать уроки. А я вынесу наконец-то мусор. Да блин, кому нужны эти уроки? Вырасту, стану киберспортсменом и больше никогда не буду учиться. Уроки, уроки, задолбали меня с этими уроками. Я, между прочим, лучше всех мальчиков из класса играю в игры. Так, ну мамы нет, может поиграть еще чуток? О, идея! Так мама точно зайти не сможет. Гейлис, капачок, гейлис. О, моя любимая карта. Сынок! Да блин, серьезно? У тебя все хорошо? Какого фига она так быстро мусор вынесла? Ты почему закрылся? Да я просто боялся, вот и закрыл дверь. Боялся? Кого боялся? Ты что, опять играл? Нет, мама, я делал уроки. Уроки? Покажи, что ты сделал. Да я только начал делать. Ну тогда показывай, что ты начал делать. Ну, мам, я успею сделать, еще целый день впереди. Все, я тебя предупреждала, что заберу модем. Только не модем. Предупреждала? Да, предупреждала. Теперь, пока не сделаешь уроки, модем обратно не получишь. Да блин, кому нужна вообще эта школа? Я не хочу туда ходить. Пререкаться со мной вздумал. Быстро делать уроки. Не кричи, хорошо. Вот и хорошо. Я не понимаю, как это решать? Тупые уроки. Лучше бы в школу киберспортсменов открыли. Там, наверное, и домашние задания были бы легкими и интересными. Русский язык. Точно! У меня же есть решебник. Сейчас просто скатаюсь с него, и мама мне модем вернет. Блин, ну где же он? Я же его под кровать снимаю. Так, почти. Кажись, нащупал. Вот он, родной. А что ты там делаешь? Я? Ну не я же под диван залезла. Так у меня ручка закатилась, а вот я ее и достаю. Ну и как, получается? Что получается? Ручку достать? Нет, она далеко закатилась, сейчас новую с пенала возьму. Так может я помогу? Нет, не нужно, мама, это же ручка, потом ее достану. Ну а чего она там будет валяться? Давай достанем. Блин, мне жопа. А это что? А я не знаю. А что это? Не прикидывайся. Откуда это? Мамуль, я честно не знаю, откуда это здесь? Ты решил дурочку из меня сделать? Отвечай на вопрос, откуда у тебя ГДЗ? Ладно, купил. Купил? На какие деньги? За деньги, которые ты мне в школу дал. То есть я даю тебе деньги в школу?
еду, чтобы ты не голодал, а ты на них покупаешь это, да? Ну, мам, просто... Что просто? Ты в школу для чего ходишь? Чтобы знания получать или штаны протирать? Знания получать. И какие же знания ты там получаешь? Дневник давай. Дневник? Зачем тебе дневник? Посмотрю, какие у тебя там знания. Мамуль, это последний раз, честно. Я сейчас буду делать уроки, обещаю. А ну, живо, давай дневник. Или тебе есть что скрывать? Нет, мама, нечего скрывать, просто... Так, я поняла. Только не дневник, пожалуйста. Итак, посмотрим. Что посмотрим? Мама дорогая. Что там? Ты что, сорвал урок рисования в понедельник? Нет, мама, это не я. Это все Сашка на последней парте. Он кинул бумажку в Оксанку, а учитель подумал, что это я. Сашка виноват. Ну, так давай сейчас я ему позвоню и все узнаю, а? Звони, это честно не я. Почему во вторник? На урок физкультуры ты не взял форму. Я что, зря новый костюм покупала? Там весь класс пришел без сменки. Но почему-то записали только меня. И честно говорю. То есть весь класс пришел без сменки, а записали только тебя. Опять обманываешь. Ты можешь научиться не врать. Мамуль, я тебе говорю правду. Хочешь, позвони, узнаю другие. Меня не интересуют другие. Меня интересует только твоя успеваемость. Больше ничего слышать не хочу. Только не решебник. Это я забираю. Через час приду, проверю уроки. Если не выполнишь все задания, то пеняй на себя, понятно? Ну, блин, мама! Я все сказала! Блин, почему это происходит только со мной? Даже учитель по рисованию мне замечание написал, но я там не виноват. Это все Сашка. Почему именно я должен получать за это все? Он всегда дисциплину в классе нарушает. Ребят, у нас до конца декабря есть цель сделать 200 тысяч подписчиков. Сейчас на канале 168 тысяч. Если ты еще не подписан, подпишись. Преодолеем этот рубеж вместе. Приятного просмотра! Мама, есть кто дома? Ау, мама! Чё? Дома никого нет? Отлично! Пока мамы нет, можно и поиграть в компьютер. О, CSGO, ща поиграю. Чё? Тарелки на столе? Точно, я ж забыл поесть. Глист, кабачок, глист, туалет. Опа! Придёшь домой, не забудь покушать и сразу садись за уроки. С любовью, мама. Да блин, сделаю я эти уроки, ещё целый день впереди. Поиграю и сразу сяду делать уроки. А вообще скажу, что нам ничего не задавали. Точно! Тогда смогу весь день играть в CSGO за компом. Отлично! Блин, убили. Так, с картошечка. Сына! Я дома! Чего? Мама? Так, выключить комп. Так, берем книжку. Привет, сына. Привет, мамуль. А что делаешь, уроки? Да, мамуль, уроки делаю. И давно со школы пришел? Да нет, вот только зашел и сразу уроки сел делать. Ты ж моя золотце. А ты кушал? Я еды оставляла на кухне. Да, мамуль, поел. Очень вкусно. А если вкусно, то почему не доел и кушаешь здесь, а не за обеденным столом? Ты же все учебники заляпаешь. А потом в школе скажешь, что тебя мама грязнуля. Да никто не будет говорить. Я же аккуратно ем. Ладно, давай заберу посуду, помою. А ты делай домашнее задание. Спасибо тебе, мамуль. Как день в школе прошел? Рассказывай, какие оценки получил? Блин, да мама, давай потом, я сейчас занят. Ладно, сына, не буду отвлекать. Делай уроки, а я пойду пока мусор вынесу. А то накопилось тут. Хорошо, мам. Так, мама ушла, теперь можно и поиграть. О, моя КС-очка. Опять ключи забыла. Чего? Ключи? Так, выключаем. Что ты тут делаешь? Опять в компьютер играешь? Нет, мамуль, я просто посмотреть хотел. Что посмотреть? А ну показывай. Блин, ну мама, я честно просто посмотреть хотел. Ты сказала быстро показывай, что у тебя там. Мама, ну пожалуйста, я ничего не делала, я только включила его. Либо ты показываешь сам, либо я заберу модем. Ладно, я покажу, хорошо. Блин, только не кричи на меня, пожалуйста. Ты опять играешь в эти войнушки? Ты что, меня обманул, что делаешь уроки? Да, мама, нам просто ничего не задавали. Что значит не задавали? Мне позвонить классному руководителю и спросить, какие уроки на завтра надо делать? Почему сразу руководителю? Я же тебе честно говорю, что нам ничего не задавали. А я не верю. Дневник показывай. Ей не нужно видеть мой дневник. Ладно, мамуль, я тебя обманул. Нам задавали только русский язык. Но там немного писать. Я думал, что я потом сделаю. То есть ты меня обманул, чтобы поиграть в свои игры? Ну да. Прости меня. Я больше так не буду. Мы же говорили. Сначала делаешь уроки, а потом можешь играть. Говорили? Да, говорили. Извини, пожалуйста. Ладно, садись делать уроки. А я вынесу наконец-то мусор. Да блин, кому нужны эти уроки? Вырасту, стану киберспортсменом и больше никогда не буду учиться. Уроки, уроки, задолбали меня с этими уроками. Я, между прочим, лучше всех мальчиков из класса играю в игры. Так, у мамы нет, может поиграть еще что? О, идея. Так мама точно зайти не сможет. Гейлис, кабачок, гейлис. О, моя любимая карта. Сынок! Да блин, серьезно? У тебя все хорошо? Какого фига она так быстро мусор вынес? Почему закрылся? Да я просто боялся, вот и закрыл дверь. Боялся? Кого боялся?
Ты что, опять играл? Нет, мама, я делал уроки. Уроки. Покажи, что ты сделал. Да я только начал делать. Ну тогда показывай, что ты начал делать. Ну, мам, я успею сделать. Еще целый день впереди. Все. Я тебя предупреждала, что заберу модем. Только не модем. Предупреждала? Да, предупреждала. Теперь, пока не сделаешь уроки, модем обратно не получишь. Да блин, кому нужна вообще эта школа? Я не хочу туда ходить. Пререкаться со мной вздумал. Быстро делать уроки. Не кричи. Хорошо. Вот и хорошо. Я не понимаю, как это решать? Тупые уроки. Лучше бы в школу киберспортсменов открыли. Там, наверное, и домашние задания были бы легкими и интересными. Русский язык. Точно! У меня же есть решебник. Сейчас быстро скатаюсь с него, и мама мне модем вернет. Блин, ну где же он? Я же его под кровать заныкал. Так, почти. Кажись, нащупал. Вот он, родной. А что ты там делаешь? Я? Ну не я же под диван залезла. Так у меня ручка закатилась, а вот я ее достаю. Ну и как получается? Что получается? Ручку достать? Нет, она далеко закатилась, сейчас новую с пенала возьму. Так может я помогу? Нет, не нужно, мама, это же ручка, потом ее достану. Ну а чего она там будет валяться? Давай достанем. Блин, мне жопа. А это что? А я не знаю, а что это? Не прикидывайся. Откуда это? Мамуль, я честно не знаю, откуда это здесь? Ты решил дурочку из меня сделать? Отвечай на вопрос, откуда у тебя ГДЗ? Ладно, купил. Купил? На какие деньги? За деньги, которые ты мне в школу дал. То есть я даю тебе деньги в школу на еду, чтобы ты не голодал, а ты на них покупаешь это, да? Ну, мам, просто... Что просто? Ты в школу для чего ходишь? Чтобы знания получать или что-то ей протирать? Знания получать. И какие же знания ты там получаешь? Дневник давай. Дневник? Зачем тебе дневник? Посмотрю, какие у тебя знания. Мамуль, это последний раз, честно. Я сейчас буду делать уроки, обещаю. А ну, Жиба, давай дневник. Или тебе есть что скрывать? Нет, мама, нечего скрывать, просто... Так, я поняла. Только не дневник, пожалуйста. Итак, посмотрим. Что посмотрим? Мама дорогая. Что там? Что? Сорвал урок рисования в понедельник. Нет, мама, это не я. Это все Сашка на последней парте. Он кинул бумажку в оценку, а учитель подумал, что это я. Сашка виноват. Ну так давай сейчас я ему позвоню и все узнаю, а? Звони, это честно не я. Почему во вторник? Но урок физкультуры ты не взял форму. Я что, зря новый костюм покупала? Там весь класс пришел без сменки. Но почему-то записали только меня. Я честно говорю. То есть весь класс пришел без сменки, а записали только тебя. Опять обманываешь. Ты можешь научиться не врать. Мамуль, я тебе говорю правду. Хочешь, позвони, узнаю других. Меня не интересуют другие. Меня интересует только твоя успеваемость. Больше ничего слышать не хочу. Только не решебник. Это я забираю. Через час приду, проверю уроки. Если не выполнишь все задания, то пеняй на себя, понятно? Ну, блин, мама! Я все сказала! Блин, почему это происходит только со мной? Даже учитель по рисованию мне замечание написал, но я там не виноват. Это все Сашка. Почему именно я должен получать за это все? Он всегда дисциплину в классе нарушает, а замечает другие. Если бы мама все это видела со стороны, она бы не кричала на меня. Ладно, буду делать уроки, чтобы мамуля не злилась. Литературное чтение. Почитаю. Так, сейчас нарисую. Дневник надо привести в порядок. Мамулечка, я уроки закончил делать. Точно? Да, можешь идти проверять. Ну, показывай. Вот, смотри, это математика, а вот это русский язык. Это еще я нарисовал на конкурс по рисованию. Моя семья. А это по литературе. Я выписал важные даты Александра Сергеевича Пушкина. Умничка. Серьезно? Спасибо, мамуль. Сыночек, ты должен понять, мне не нравится на тебя кричать. Ведь я же тебя так сильно люблю. Ты мне умный и способный мальчик. Но я очень переживаю за твое будущее и за тебя. Пожалуйста, не здесь. И постарайся меня в следующий раз не обманывать. Договорились? Да, мамуль. Договорились. И ты меня извини, пожалуйста. Я больше не буду себя так вести. И обещаю делать уроки всегда. Вот и хорошо. А теперь научишь меня играть в эти войнушки? Где клацать? Ура! Да, научу! Ты меня понял? Ребят, сейчас... Я тебе вклею криминальное дело, и засажу за решетку. Специально заранее попросил, где же оно?
О, вот и оно. А? Почему он сел на мое место? Я же специально взял билет у окна. Какого черта? Может сказать ему? Ладно, промолчу. Почему вообще самолет такой маленький? Он точно летать умеет? Вот если бы этот мужик не занял мое место у окна, мне бы было намного комфортнее. Но нет же. Окей, кто со мной летит вообще? А, ну понятно, человек, который вечно голоден. А? Он взял с собой вареные яйца? Яйца в самолет? Ладно. Какой-то алкаш, ну это нормально. Но для полного счастья не хватает мамочки с ребенком. Наш самолет имеет 4 аварийных выхода. О, инструктаж. Значит, скоро будем взлетать. Что, взлетать? Так, нужно не думать об этом. Лучше подумаю о чем-нибудь другом. Вот, например, сколько зарабатывают стюардессы? Аварийные выходы расположены слева. Интересно, а их учат летать на самолете? Может, я не ту профессию вообще выбрал? Хотя, учитывая, какой я трус, стюардессой мне точно не быть. Ваши ремни безопасности должны быть застегнуты после включения на табло. Застегните ремни. Неужели она думает, что кто-то из пассажиров не умеет пользоваться ремнями? А, все понятно. На случай вынужденной посадки на воду, ваши подушки безопасности могут использоваться как плавсредство. Чего? Вынужденной посадки? То есть аварийную посадку они называют вынужденной? Ну да, я представляю, как в Тихом океане плыву на подушке своего сиденья. Круто! Так, все, я начинаю поддаваться жесткой панике. Нужно отвлечься. Что? Почему эта брошюра мне тоже говорит о вынужденной посадке на воду? Почему мне все указывает на то, что с этим самолетом что-то должно произойти? Так, это все глупая паника. Пожалуй, лучше послушаю музыку. Вы не могли бы убрать гарнитуру? Мы начинаем взлет. А, да, хорошо. Чем же моя музыка мешает? Или пилот ее по радиоволнам слышит? Да, представляю, как они взлетают по трек Моргенштерна и Тимати. Эль, проблема. Так, стоп. Что она сказала? Мы начинаем взлет? Что, мы сейчас будем взлетать? Фух, сейчас нужно закрыть глаза и расслабиться. Во взлете нет ничего страшного. Начинаем набирать скорость, это страшно. Все, закрываю глаза, не думаю ни о чем. Думаю о чем-то приятном, о чем-то приятном, о чем-то приятном. Думаю о чем-то приятном. А, блин, почему у меня в ушах звенит? Ощущение, что они сейчас лопнут. Гребаный самолет, нужно было ехать на поезде. Черт, что? Зачем все хлопают? Мы же даже еще не взлетели. Да зачем? Я надеюсь, они водителю маршрутки хоть не хлопают на остановке. Так, ну стюардесса улыбается, значит все хорошо. Тогда попробую поспать. Как сообщил командир воздушного судна, при взлете был поврежден один из двигателей. Нам придется совершить экстренную посадку на воду. А, в смысле? Какой двигатель? Мы набрали высоту 10 тысяч метров. А, фух, это был кошмар. Мне это приснилось. Ну нафиг. Вы можете отстегнуть свои ремни безопасности в случае необходимости. Приятного вам полета. Так, ладно, мы уже набрали высоту. Сейчас схожу в туалет и после постараюсь уснуть, чтобы быстрее закончился этот гребаный перелет. Интересно, а капли, которые падают на меня, когда туч в небе нет, это то, о чем я сейчас думаю? Уважаемые пассажиры, а? Мы входим в зону турбулентности, просим вас оставаться на местах и пристегнуть ремни безопасности. Блин, даже в туалет не дают сходить нормально. Эй, он нормально вообще? Молодой человек, вы не могли бы подвинуться? Да ты меня слышишь, подвинься! Блин, почему это происходит только со мной? Фу, какой же ты тяжелый. Зачем ты вообще занял мое место у окна? Ты бы мог поспать и на своем месте. Что, самолет? Ой, боже мой, какая же эта турбулентность страшная. Почему стюардесса не улыбается? Что-то страшное случилось? Да улыбнись ты, скажи, что все нормально. Блин, сейчас просто закрою глаза. Нужно закрыть глаза и расслабиться. Сейчас просто закрою глаза и расслаблюсь. Просто расслаблюсь. Что? Маски? Какие маски? Что происходит? Почему они выпали? Это все из-за турбулентности? Как ее надеть? Почему я прослушал инструктаж? Черт, что делать? Почему ты спишь? Ему что, пофиг на то, что происходит? Я спасу тебе жизнь, слышишь? Несмотря на то, что ты занял мое место, я все равно надену тебе эту маску. Что ты делаешь, больной? Что? Мне это снова приснилось? Блин, как стыдно. Так, это все гребаные накруты. На самолетах летают миллионы людей, и все нормально. Почему мне так стыдно? Я надеюсь, больше никогда никого из этих людей не увижу. Особенно своего соседа. Я выйду из самолета и никогда их не увижу. Да, мне нужно просто уснуть и проснуться, когда мы будем на земле. Да, на земле. Регистрация на рейс Одесса-Киев заканчивается. А что, Одесса-Киев? А не подскажете, где стойка регистрации на Киев? Ты? Да ну нафиг, мне что, это все приснилось? Черт. Ребят, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Нас почти 100 тысяч, за это вам тоже огромное спасибо. Ролики выходят очень часто, поэтому если ты еще не подписан, обязательно подпишись. Всех люблю, всем пока. Дронченко, я прошу вас задержаться. Да, Полина Сергеевна.
уровень за один день. Сможешь побить мой рекорд? Ссылка в описании, присоединяйтесь! Так, стоп, кажется, я опять забыл про экзамены. На часах было 3 ночи, а это значило только одно. Экзамен будет уже совсем скоро. Я умылся холодной водой, сделал зарядку, ударил себя по лицу. Фух, кажется, взбодрился. Ну все, экзамен, держись, я начинаю готовиться. Я достал тетрадку, учебник. Понял, что тетрадку достал зря, потому что за все время обучения я не то что не записал ни одну тему, я даже не открывал ее. Убрал тетрадку, открыл учебник, прочитал название главы. Пропорциональные отрезки. Фух, устал. А когда я устаю, я играю в Total Lockdown. Напомню, что это бесплатная игра от первого лица, которая скачивается всего за пару секунд. Играть тут очень удобно, даже новичок может занять первое место. Просто перейдите по секретной ссылке в описании, зарегистрируйте свой аккаунт и играйте вместе со мной. Жду вас, один я не справлюсь. Блин, еще ж к экзаменам готовиться. Ладно, нужно взять себя в руки. Синусом острого угла прямоугольного треугольника наз... Сегодня я проснулся в 5 утра, сходил на пробежку, принял душ, позавтракал здоровой пищей, повторил все то, что учил за последний учебный год, чтобы успешно сдать предстоящие экзамены, и пошел в школу. Я вышел из школы с отличным настроением, ведь за экзамен я получил 5, написав его без единой ошибки. Я вернулся домой, прочитал книгу про бизнес, договорился встретиться со своей девушкой завтра утром, а сегодняшний вечер решил провести с друзьями. Ну что, ребят, как прошел день? Неплохо. Сеть гей-клубов купил. По всей стране было. Бизнес за мной. Заключаю контракт завтра на 10 миллионов долларов. Деньги пойдут только вот так. Гош, а у тебя? А я семечко украл. Что? Александр Вячеславович? Странно. Ты почему не пришел на экзамен? Сволочь, я тебя отчислю, выгони из школы. Родители к директору. В смысле не пришел? Я же получил 5. Пятерку получил? Ты серьезно? Йок-йок. Что смешного? А то, что ты 5, это антонимы. Ах да, ты не поймешь шутку, потому что не знаешь, что такое антонимы. В общем, если хочешь знать свою оценку за экзамен, то просто сложи свою четвертную оценку и годовую. Затроллировали мы его в деканате знатно. Так, не понял. То есть мне все это приснилось? Это значит, что я не просыпался в 5 утра, не ходил на пробежку, не принимал душ. Фу, ну это заметно. Не питался здоровой пищей, не готовился к экзамену, не ходил в школу, так до сих пор и не нашел девушку, мои друзья не бизнесмены, а самое главное, я не получил 5 за экзамен. Получается, что единственная вещь из этого сна, которая может быть правдой, это то, что Гоша украл семечки. Хотя я ставлю на то, что с его IQ его бы сразу поймали и повязали мусора. Но если это все было сном, то тогда что я получил за экзамен, если даже не пришел на него? В общем, если хочешь знать свою оценку за экзамен, то просто сложи свою четвертную оценку и годовую. Я открыл дневник. За четверть я получил кол, а за год 2. Это значит, что за экзамен я получил... О нет, только не это. Сыр, знаешь, я тут вспомнил, что давно не проверял твой дневник, и вам должны были выставить годовые оценки. А еще, что ты получил за экзамен, который был сегодня? Пятерку с плюсом получил. Короче говоря, я получил 3. Кто я? Где я? Какое сегодня число? Именно с такими мыслями я проснулся в этот день. И с диким похмельем. Столько детского шампанского, сколько я выпил на Новый год, не пил еще, наверное, никто. Я посмотрел на дату. Было 10 января. Стоп, я что, спал 10 дней? Да, веселый Новый год был, походу. Вспомнить бы еще, что было. Ладно, пойду позавтракаю. Включил чайник. Пока чайник нагревается, решил пойти покурить. Вышел на улицу. Так, где мои сишки? Стойте, я же не курю. Вернулся домой. Понял, что чайник все это время не работал. Фак. Включил чайник. Пока чайник нагревается, решил пойти покурить. Так, стойте, я же не курю. Боже, какой же я даун. Вернулся
вернулся домой. Чайник опять не нагрелся. Да чё за фигня, я же включал. Понял, что чайник не включен в розетку. Исправил это недоразумение. Поставил чайник нагреваться в третий раз. Пока вода закипает, решил полистать новости ВК. Каждый второй мем был про то, что зимние каникулы закончились, и уже завтра нужно идти в школу. Вот дерьмо, я только сейчас понял, что не просто проспал 10 дней, а проспал все зимние каникулы. Класс, похоже, мне будет что рассказать одноклассникам. Йоу, мэн, мы все каникулы по клубам гоняли. Вписки там разные были, а Настя вон до сих пор в запое. А ты что делал на каникулах? А я спал. Пока я думал о том, как надо мной все будут угорать, вода в чайнике закипела. Я заварил чай и пошел в комнату. Нужно было подготовиться к школе. Я кое-как сделал домашку, закинул в портфель пару учебников, выбрал одежду, которая воняла меньше всего, и с довольным лицом сел за комп. Я чувствовал себя настолько же успешным, как Тони Старк, только российская версия. Пока я наслаждался своей успешной жизнью, мой взгляд случайно упал на часы. Было уже 10 вечера. Передо мной стал нелегкий выбор. Прямо сейчас пойти спать, нормально выспаться и бодрым пойти в школу, или опять всю ночь просидеть ВКонтакте, бесполезно прожигая время и слушая музыку, а потом пойти на уроки как зомби. Выбор был очевиден. Я сидел за компом час, 2 часа, 3 часа, 4 часа, 5 часов, 6 часов, а потом отрубился. Когда я проснулся, мне показалось, что я проспал месяц. А нет, всего-то 12 часов спал, за окном уже стемнело. И, кажется, я опять забыл поставить будильник на 7 утра. С недавних пор я наконец-то начала налаживаться жизнь. Я перестал прожигать время на просмотр сериалов и игру в доту. Нашел девушку, занялся спортом, наладил отношения с батей, перестал прогуливать учебу и даже сдался долги. В общем, первый раз за всю жизнь я был доволен своей жизнью. Как тут меня разбудил очкастый. Ром, привет! Не забудь мне вернуть мою тетрадку до вечера. Бро, я еще не все конспекты переписал, давай завтра отдам. В смысле? Тебя ведь до пробников не допустят, если у тебя не будет всех конспектов за это полугодие. Да каких пробников? Ты забыл? Пробные экзамены перед ЕГЭ. Первый пробник будет уже завтра. Поэтому отдай мне тетрадку до вечера. Вот черт. Ладно, полежу еще 5 минуточек, а потом сразу же начну переписывать конспекты. Пока лежал, решил зайти в Инстаграм. Блин, вот почему у меня такие классные фотки, а подписчиков так мало? Мир упускает возможность насладиться истинной красотой прямо у себя из-под носа. Ладно, оставлю ссылочку на свой Инстаграм в описании, может хотя бы подписчики оценят. Но пока что все-таки посплю, конспекты можно и попозже переписать. Сутки спустя. Сын, ты что, в медведя заделался? В школу я за тебя ходить буду? Да, ты. А что, у тебя проблемы какие-то? Нет? Ну вот и все. Проваливай, я спать. Примерно так я хотел ответить бате, а вот как было на самом деле. Нет, бать, все, я уже встаю. Давай быстрее, у тебя пробник через час. Кстати, вчера очкастый заходил, он свою тетрадь забрал. Ты все успел переписать? Да. Ну вот и славненько, не буду напоминать тебе, что будет, если ты получишь еще одну двойку. Мне нужно было срочно что-то придумать. Я открыл тетрадь с конспектами. Она была девственно чистой. Мне нужно было срочно заполнить ее конспектами. Но сначала нужно было подписать свое имя и имя учителя. Я свое имя не сразу-то вспомнил. Что уж говорить о имени учителя. Кажется, я его даже не знал. Решил спросить у одногруппников. Они тоже не знали. А староста была не онлайн. Решил просто зачеркнуть строчку с именем препода. Посмотрел на часы. Пробник начался 5 минут назад. Я начал паниковать. Как тут мне позвонил Ваня. Алло, Рома, пробника не будет. Ничего себе, серьезно? Сказать, что я обрадовался, ничего не сказать. Я тупо кайфовал. Блин, скоро же ЕГЭ! Сегодня я в очередной раз убедился в том, что ненавижу школу. Мне нужно было сделать кучу домашки, которую задали уже на завтра. Но мне максимально не хотелось сделать ее. Я вспомнил, что было в прошлый раз, когда я не сделал ДЗ. Я получил двойку. А чтобы батя ее не спалил, я выкинул дневник. Его нашел учитель и позвонил бате. А потом батя напинал мне. В этот раз нельзя этого допустить. Поэтому я сел за уроки и начал учить их. Учил час, 2 часа, 3 часа. Заснул прямо на книгах. На следующий день меня разбудил батя. Сын, ты в курсе, что уроки начнутся через полчаса? Я сначала хотел отпинать тебя за то, что опаздываешь, но потом увидел, что ты всю ночь сделал уроки, аж на книгах заснул. Молодец. Надеюсь, хотя бы сегодня ты получишь пятерку, а не как обычно двойку. Да, похоже, мне пипец. Ведь хоть я вчера и потратил 3 часа на прочтение книг, я так ничего и не выучил. Не, ну учителя хоть раз эту нудятину. Это невозможно выучить. Странно, что я заснул на 3-м часу, а не на 3-й минуте. Ладно, попробую просто сидеть и делать вид, что занят. Надеюсь, это сработает и меня не спросят. С этими мыслями я собрался и отправился в школу. 7 часов спустя. Сидеть и делать вид, что занят, не помогло. Как назло, спросили именно меня. И я получил двойку. Сейчас было 2 варианта исхода событий. Батя окажется дома, увидит, что я получил двойку, и тогда я отправлюсь в загробный мир. Или он окажется на работе, и тогда я смогу найти способы убрать двойку. Я выглянул из-за двери, пати не было. Yes, я отправился в комнату. Начал гуглить варианты избавления от двойки. Единственные способы, которые я нашел, это не получать двойку, если получил, то выкинуть дневник, или стереть двойку серной кислотой. Двойку я уже получил, выкидывать дневник я уже пробовал, поэтому остается только серная кислота. Но так как серной кислоты у меня не было, я решил позвонить другу из Пинска и попросить серную кислоту у него. Хорошо, сейчас будет. Друг телепортировал мне кислоту. Четко. Взял кислоту, взял дневник, шприц и ушную палочку. Начал выводить двойку. 1 час спустя. Получилось очень даже неплохо. Только теперь придется объяснить бате, откуда в дневнике огромная дырень. Сын, я дома. Ну что, получил пятерку? Да, нет, меня сегодня не спрашивали. Странно. А для чего ты себе в комнате лабораторию сделал? Ты что, двойку выводишь? Да нет, ты чего? Я просто во все тяжкие пересмотрел, вот решил химией заняться. Может, денег позаработаю чуток. Ну ладно, смотри мне.
Как хорошо, что Марья Ивановна наконец-то дала пароль от электронного дневника. Сейчас мы посмотрим, получил ли он что-то или нет. Сегодня я получил двойку. И чтобы батя не спалил ее, я вывел ее серной кислотой. Теперь этот болван точно не узнает, что я получил 2, и мне ничего не грозит. Стойте, я вспомнил, что недавно Марья Ивановна выдала пароль от электронных дневников всем родителям, в том числе и моему батя. И наверняка батя сейчас просто зайдет туда и увидит двойку. Я побежал в комнату, где стоял модем. Вырубил его. Судя по тому, что батя еще не пришел навалять мне, я успел. Сын, что это такое? Интернета нет, не могу в электронный дневник зайти. Не знаю, если честно, у меня тоже не работает. Ладно, зайду попозже. Фух, нужно срочно что-то придумать. Вечно держать интернет выключенным не получится. Рано или поздно батя догадается и включит модем. Поэтому я оделся и пошел к Ване. Он получает двоек несколько раз больше, чем я, но до сих пор не спалился ни с одной. Не знаю, как он это делает, потому что двойки я получаю на каждом уроке, и обогнать меня еще постараться нужно. Теперь я выглядел не как деревенский чухан, а как просто чухан. Я пришел к Ване, объяснил ситуацию и попросил помочь. Ваня начал предлагать варианты. Сломать модем, чтобы у бати вообще не было интернета. Сломать провод от модема, чтобы интернета не было тем более. Ну а на крайний просто сломать батю. Я посмотрел на Ваню как на Дауна. Ну тогда мы можем закинуть ему на комп вирус, тогда он точно не зайдет в электронный дневник. Учитывая способности Вани по программированию, мы скорее сами себя хакнем, чем батю. Но выхода у меня не было, поэтому я согласился. Ваня начал разрабатывать вирус. Разрабатывал 10 минут, 20 минут, час. Ну что, уже готово? Да, скоро. Ваня продолжил разрабатывать вирус. Разрабатывал еще 10 минут, еще 20 минут, еще час. Вань, ну что, ты скоро закончишь? Да, уже все почти. Я дал Ване подзатыльник и сказал, что также ему помогать буду, когда он что-то попросит. Ваня сказал, что сейчас все будет. Открыл программу для разработки вируса. Создавал вирус 10 минут, 20 минут. Спустя час Ваня закончил. Готово. Этот вирус заблокирует твоему бате доступ в интернет. Круто, давай скидывать. Смотри, мы можем добавить еще пару функций, чтобы все пароли на компе твоего бате удалились. Вау, да это же еще лучше, давай. Час спустя. Сын, ты зачем мне вирус закинул? В смысле, я ничего не скидывал. Тогда почему мне пришло от тебя письмо, я его открыл и комп перестал работать? Не знаю, думаю, это случайность. Хорошо, допустим. А как ты объяснишь то, что ты опять получил двойку? А откуда ты знаешь? После того, как ты ушел, я разобрался, почему не работал интернет. Был выключен модем. Я просто включил его и посмотрел твои оценки в электронном журнале. В общем, пока не исправишь двойку, дома можешь не появляться. Вот дерьмо. Подписывайтесь, ставьте лайки, тогда ваша вода всегда будет закипать за 5 секунд, и вам не придется ждать, пока чайник закипит. Эшкере. Гэнгшит. Бургер. А я спал. Ребята, вы знали, что если вы подпишетесь на мой канал и поставите этому ролику лайк, то это лето будет лучшим в вашей жизни? Ну, а если не подпишетесь и не поставите лайк, то я бы на вашем месте лучше не проверял, что будет в этом случае. А также помогите мне получить галочку ВКонтакте, для этого просто добавляйтесь ко мне в друзья по ссылочке в описании. Короче говоря, типичное лето. Впервые за долгие дни я проснулся. Без животного желания убивать. Ведь сегодня был первый день каникул. А это значит, что теперь я могу спать сколько захочу. Играть в компьютер сколько захочу. Смотреть сколько захочу сериалов. Мемчиков 24/7. А самое главное, не делать домашку. И не просто не делать ее, но и не получать за это плохие оценки. Ведь я наконец-то закончил этот ад. Ужас, кошмар, пекло. Ну, или как все привыкли это называть, школу. А сейчас мне нужно было решить, куда деть все тетради, которые я исписал за год. Ну, как все, на самом деле только одну, потому что особо я ничего не записывал. Да и вообще все мои записи заканчивались на рисовании чертежей ракет за последними партами. Поэтому я решил использовать тетрадку как подложку для комода. Хоть где-то школа пригодилась. В очереди были учебники, а точнее последний учебник, который у меня остался, геометрия, потому что другие учебники я уже сдал в библиотеку и забыл о них, как о страшном сне. Прости, геометрия, ничего личного. Я вернулся домой и начал играть в Доту, в CS, в Майнкрафт, на 1xBet, ведь это надежный сервис с большими выигрышами и самыми быстрыми выплатами. Кстати, при регистрации и первом пополнении баланса 1xBet дарит бонус 6500 рублей.
легкости с номером огонь. И он слышит, как в кухне шерчит незавернутый кран. Он сегодня любитель жидкости с номером ноль. I ain't scared. Fuck you! We didn't have free on fucking illegal immigrants trafficked. Ah!